В Национальном художественном музее в рамках 2-го республиканского съезда экологов в честь года экологии открыли виртуальную выставку, посвященную главной реке Якутии. «Песнь о лени» – выставка из собрания Национального художественного музея. Эта тема представлена в творчестве многих художников республики. Картины выставлены в фойе музея на 2-м этаже. А более подробную виртуальную выставку гости и жители города могут посетить на сайте музея. Наши художники, очень многие, как раз свое творчество посвятили именно реке Лени. Ну, одна из самых старых работ, которая у нас находится в музее, которая посвящена реке Лени, это работа Лебединского 28-го года, правда. Она очень большая по размерам, 5-метровое полотно. И я надеюсь, что на следующий год мы ее выставим, покажем в нашей экспозиции, посвященной реке Лени.